22 декабря преподаватель Университета Западной Австралии, 52-летний таджикский ученый Абдусалом Одиназада, был арестован у себя дома в городе Перт по обвинению в пропаганде терроризма. Об этом пишет радио Азади со ссылкой на австралийские СМИ. В среду суд решил оставить ученого под арестом до 15 января 2021 года. Сообщается, что Абдусалом Одиназада обвиняется в распространении материалов экстремистского характера в интернете. Поводом для ареста Абдусалома послужил некий видеоролик, размещенный у него на странице в социальной сети в феврале этого года. Напомним, что Адина Зада известен своими негативными высказываниями в адрес таджикских властей, в связи с чем ранее правительство Таджикистана неоднократно направляло в университет, где он работал, письма с обвинениями в терроризме. А в начале 2018 года власти Таджикистана сообщили, что в отношении Абдусалома Адина Зада возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – публичные призывы к насильственному изменению конституционной власти и призывы к экстремистской деятельности через интернет. мавзӯи ислом дин чӣ қадар борои ман муҳим ва асосӣ Ранее в 2018 году в интервью радио Азади один Азада говорил, много писем отправлено в Австралию о том, что я террорист, якобы салафит, а в этой стране быть салафитом не запрещено. Конечно, и здесь опасаются террористов. Знаю, что мой путь опасен и тернист. Возможно, это доставит проблемы и властям Австралии, но я точно не сверну со своего пути, сказал тогда Абдусалом. По словам ученого, в последние годы он осознал реальность бытия и обратился к исламу. Моей Целью, продолжил он, была пропаганда настоящего ислама и объединения мусульман. Этого таджикские власти не хотят понять и принять. Они думают, что я поддерживаю экстремистов и что мои действия противоречат международному праву и шариату, заявил тогда он.